Серебряный бор, воскресенье, 21 год, август. Молодцы ребята, на байдарках катаются, плавают. Вот такая вот лепота. Снимаю в вертикальном режиме для ТикТока, Инстаграма. Для Ютуба лучше, конечно, снимать в горизонтальном режиме. На телефон снимаю, хотя у меня видеокамера лежит в рюкзаке. Ну что-то лень доставать. Сегодня воскресенье, погода отличная, солнце. Вот, просто благодать. Вчера в это время здесь пасмурно было. И такой дождик моросил. Но сегодня отличная погода. И людей значительно больше, чем вчера. Вчера вообще, я не знаю, очень мало было людей здесь. Ладно, ребята, все, всем хорошего настроения. С вами Московский обзор, Серега Резников. Ну, а я дальше пойду. Все, всем удачи. Давайте, не болейте. И дома не сидите, гуляйте, занимайтесь спортом. И помните, активный образ жизни продлевает жизнь. Все, всем пока.